Thank you.
Let's go.
Что ж, очень интересный поединок, я думаю, нас ожидает. Четыре схватки, четыре победы одержал сегодня Рахмонов на пути к финалу. И три победы одержал Арам Грибарян. Ох, по ковбойски на руку, масловский вариант, так называемый, хотел продемонстрировать Арам Григорян. Прыжок на руку. Ничего пока что не получилось. Угрожал броском через плечо Рахмонов. У Григоряна есть захват, отпустил. Вот он умеет играть, да, умеет играть. Расслабленно достаточно борется. На мой взгляд, так и должен бороться спортсмен. Владислав Гаврилов, тренер сборной команды России, секундирует Раму Григоряну. Хорошо прорывается к ноге Рахмонов. И подхватом его встречает Григорян Арам. И зарабатывает один балл. Роман, тренер сборной команды Узбекистана. Анатолий Кантур, арбитр данной встречи. Махмуд Абдуллаев, Таджикистан, руководитель ковра. Карлос Гомес, Испания, боковой судья. Интересно, что в полуфинале боролось два Григоряна. Давид Григорян, представляющий Армению, и вот Арам Григорян, представляющий Россию. Давид Григорян занял бронзовую ступеньку и также Бессариони Берулава из Грузии стал третьим в этой весовой категории. Обратную спину. Опять в ногу врывается узбекский спортсмен. Потом пытался делать посадку, переходя от бокового переворота. И без оценки. Но в этот момент я понимал, что Арам Григорян пытался сделать зацеп голенью. И сейчас вот Владислав Гаврилов, тренер, даже поднимает руку российской сборной с просьбой посмотреть видеоповтор. То, что там был зацеп голенью от Арама. Очень комбинационно борются спортсмены. Бросок через голову захватом. Бросок через бедро захватом головы демонстрирует нам Рахмонов Улугбек. Тут же через грудь его контрит. И вот теперь Роман, да, тренер сборной Узбекистана, просит видеоповтор. Ну, такая интересная ситуация, но, на мой взгляд, здесь, скорее всего, оценка красному, потому что он первым стал бросать через бедро с захватом головы. Вот посмотрите. Давайте посмотрим, может быть, я ошибаюсь. Если этот эпизод, конечно. Вот голову захватывает, делает бросок через бедро. И в направлении броска красного Арам Григорян сначала приземляется на поясницу, затем делает перекат на бросок через грудь. Ну, тут сейчас уже мнение судьи от моего мнения, разумеется, не зависит. Зал замер в ожидании. Зал прекрасно понимает борьбу. Рудольф Михайлович Бабаян, главный судья соревнований, разумеется, сам лично смотрит. Еще раз перематывают. Да, интересный момент. Вот еще раз мы можем смотреть. Рахмонов берет, делает бедро. Соскакивает с бедра. Соскакивает с бедра и Арам Григорян. И вот как это расценят судьи. С бедра он соскочил, но все равно в направлении броска Рахмонова он приземлился на ягодицу. Ну, точнее, на поясницу. На мой взгляд,
могут дать бал красному. Ну или же. Хорошо ловил Арам Григорян движение. Конечно же, он все делал правильно, только он не должен был коснуться в данной ситуации спиной. А так он действительно уходил от броска в сторону давления своего соперника, выполнял бросок через грудь, но из положения лежа. Но сейчас мы это мнение судей, сейчас оно наиболее ценно и весомо. Итак, вот тройка рабочая была Махмуд Абдулоев, Таджикистан, руководитель ковра Анатолий Кантор, Украина, и Карлос Гомес, Испания. Они принимают решение, еще раз перематывают. Все трое судей стоят, сидит Роман Болоцкий. И еще раз вы можете смотреть и оценивать сами. Может быть, я ошибаюсь, и вы не согласны. И здесь бросал синий, на ваш взгляд. Он перехватывал, вопросов нет, но в направлении броска красного. Кто-то крикнул на трибуне синему. Вот бригада возвращается на свои рабочие места. И... 4 балла синему. Я был неправ. Теснит на край ковра Рахмонов своего соперника. Пользуется тем, что тот не хочет уходить. Делает бросок через голову. Все пока что безрезультатно. Все четко Григорян контролирует. И не уходит за ковер. И не натыкается на бросок через голову. Натыкается на ногу. В мельницу входит. Контролирует Григорян. Захват... ниже пояса. Срыв, захват и бросок через спину исполняет Лукбек Рахмонов. Какой подхват, или скорее переднюю подножку. Сейчас Григорян исполнял хорошо и заработал еще 2 балла. Защищается Григорян. Вот еще одна такая же попытка на тот же самый прием. И тут же теперь бросается на руку Григорян. Голенью отрабатывает в голову. Пытается перевернуть таким образом его на спину. Вытаскивает на себя Рамхулов. Не дает, не дает. И встает в стойку в итоге. Рахмонов, прошу прощения. Минута 0.6 остается до конца встречи. Thank you.
сдерживает, конечно же, натиск атак Григорян. Вот это видно. Внешние захваты он держит, изнутри держит Рамхонов, но Рахмонов, но не может пока что прорваться, ничего не находит ключей. И опять очень грамотно в партере завязывается Григорян, садится на руку. Не садится, уже отменяет Анатолий Кантур проведение болевого и поднимает стойку. Да, там не было должного захвата руки ногами. Действительно, вряд ли был бы болевой прием. 18 секунд спортсменам остается добороться в этом поединке. Счет 6-1. Тем не менее, идет вперед Рамхонов. И вот опять вот пытается поймать голову. Но замечание уже было у Григоряна. Сейчас будет объявлено предупреждение. 1 балл. Вот вновь бросок через бедро. Выхватывает ногу Григорян. Низкая стойка, защитный совсем защищается, уходит на колени. В принципе, это наказание, но время встречи. И даже это наказание, вот вновь зрители недовольны. Конечно же, ну, наказание может быть и надо давать. Но время встречи, оно ничего не решает. Плюс 2 балла, счет был бы 4-6 в пользу новоиспеченного чемпиона мира Арама Григоряна, Россия.